На кореш мы его не гони, понял? Шмоти тайская. Обратно в гору лезь, понял? Слышу я. Слышу я. Слышь, чё? Чё такое опасный-то? Смотри, опасный. Слышь, чё? Чё ты говоришь? Чё, мне собираться просто в пацана, который подбегает, дает меку, там, дает Владимира убегает? Или... ЗБХ, да? Пацана, который убивает всех. Выбор очевиден, по-моему, нет? Не, просто у меня реально была такая тактика. Я беру, и знаешь, что я делаю? Блять, смотри, у нас... А, вот кура. Короче, продолжим мысль. У нас есть Skyward, блять. У нас есть Sand King. Но куры, блять, у нас нет, и вордов тоже у нас нет. Нахуй нужны? Солон будет стоять, пошел ты в жопу, обезьян. Натуре, блядь. Так а чё ты не пошел, идиот? Я со Скайманом, с Скайпом, мы с ним братаны, поэтому... А ты дегенерат, ок. Дебил, сам не понял, блядь. У меня дабл мид, короче. Давай я вот приду на мид, будем даблить мид. Денис. Мы их законтрим. Денис, не важно. Сука, дай мне пофармить обезьяну. Тупиц. Ты харасить будешь, нет обезьяны. Ты обезьяна. Кончен. Еще что скажешь? Я даже быхал, он посмеялся. Дебил. Ой, в лес пошел, красавчик. Кроссовчик. Ой, малорик, ой, малорик, ой, малорик, ой, молодец. Вообще рэпер, наверное. Это да. Наверное, ты ангел рэпа, да? Конечно. Я понял. Ой, отвод даже сделать сумел, придурок. Наверное, рэпер. Любом. А у нас в квартире газ. А еще умник с дистами и ворды. Хлоп, нет, еб. Варды купили обезьян. Че мне? Купили, каждый раз. Мне каждый раз девардить, что ли, ё-моё. Вот я ни одну игру даже за тире не могу сыграть без покупки вардов, потому что их никто не покупает. Ну, это нормально. Причем чаще всего их покупают только для себя. Потому что другим они как бы нахер не срались. СК, варды купи, пожалуйста. Побрат, побрат. Я на тебя ругаться не буду. Раз уж такое дело. Подожди. Обезьяна, что ж ты делаешь-то с сапатой? Карпатой. Скай, ты мне сейчас поможешь задевардить, понял, обезьян? Понял, обезьян. Ой, фу, какой Скай, ё-моё. То есть инвотер. Одно и то же. Блин, как нихуй, блин. Так, лучше бы ты рот закрыл. Ой, сейчас умру, ой, сейчас умру. Так, сейчас задевардим. Задевардуем, пацаны. Ломай, пройди. Пройди.
I can hardly contain double damage. Я иду к вам. По-моему, не надо. По-моему, надо. Погнали. Давай. Мне кажется, ты рыба. Знаешь, так показалось, ты, по-моему, даже не бомбишь сегодня. Ну, потому что мы только начали. Понятно. Пизду. Я не буду играть в это говно. В эту доту, да? Ногу поднял, пернул, убил меня, все. Надо было Рики брать. Тогда бы затащил хотя бы. Ничего, сейчас получу шестой, буду гонять, ходи все. У них еще и минер есть? Можно разобрать. Нате. Нате, обезьян. Нате по башке сапогом. Когда ты права получишь? Блять. Охуенный вопрос, блять. Прямо в тему. А? Прямо в тему вопрос говорит. Когда ты права получишь? Да бля, следующим летом. Зачем? Ну, бля, все права. Очередной хороший вопрос. Зачем нужны права? Не, без них хорошо. Зачем нужны права для Александра Тарасова? Видеоответ. Очень хороший вопрос. Вот там минер... Я рэпер, все нормально. Минер мин ставит. Что я видел? Я ничего не видел. Бля, вот тут вот, сука, минер. Ну, хук профессиональный, это да. Не иначе. Кто там на нас накидывает? Алекс, ты понял, где мин? Ну да. Там, где пуч. Нет, там, где ты чистишь. Пуч лох. Это да. Просто, понимаешь, морально унизить противника надо. Что? Чтобы он поплакал. Че за херня? Он по мне три раза не попал. Нахер ты пернул, сука. Я сейчас два раза по мне не попал, и два раза не попал по этому, по инвокеру. Взял пернул, по инвокеру. По инвокеру. Я что-то вспомнил школа Гайды. Инвокер. Ой, заманивает пацаны, молодец. Ой, рэпер, наверное. Это замануха, пацаны. Бля, смотри, сейчас взорвется, долбоёб. Сейчас кто взорвется. Кто-то, блядь, когда тебе. Сейчас кому-то пуканчик порвет. Милый. Так, тихо, парень. Херась, инвокер попал даже. Инвар. Инваркел. Вы видели, да? Сама. Вы видели, инворкер попал. Оу, юзо, Дим. Чё? А, я вспомнил. Брайан Виз. Ты чё? Брайан Виз. Я понял, откуда я вспомнил. Инваркела? Да я тоже знаю откуда. Там был видос, короче, там типа троллинг в доте. Мина ноутбук. Инваркел? Красавчик. Вон такой голос там еще был крутой. Я вот хочу такой же себе голос. Чтобы он у меня обратно, короче, выломался. Как это назвать? Я приду на низ, брат. И застрелю его. Сапогом. Я в него сейчас сапогом стрельну, погнали. Давай он вот здесь где-то. У меня, по-моему, он синий или какой? Он хреновый какой-то, давай вот сюда заходи. Да я вот тут могу постоять.
Инвалтер. Ух ты, че, дурак, что ли? Полетел Инвалтер. Все угораешь. Я не знаю, я что-то вспомнил, прям поржал. Поржал. Так, вот смотри, здесь есть крипы. Я их сейчас отведу. И ты пропушишь. Давай, пуш, брат, пуш. Сейчас пойду отводить крипов и взорвусь на мин. О, смотри, инвалтер пришел. Смотри, ему еще полбудом. Сапогом летающим. Бля, почему у тебя башня начала? Давай тебя поблочу еще. Заебись, спасибо. Здоровье, блядь. Для братана не жалко. Там сейчас по-любому минус стоит. Давай ты, короче, тебя не жалко. Нет, там... Отвечаю, нет мин. Еще вдвоем бы взорвались, короче. Вдвоем, да, заебись. Умерли в один день. В одну секунду. Сейчас, погоди, кура мне тоже возьмет. Еще кура мне тоже пуканет. Ой, на мид сейчас там заберут, да, скаймандера. 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 Ну там пуджа отпиздить можно. Скаймалдер. Ты лучше, кстати, Клинкза пиздить, потому что пуджа я сам отпизжу легко. Давай вместе его. Блин. Инвалтер. Не надоел? Возьми нет. Куру, возьми куру. Взял? Я ржу, чё сижу. Да, Инвалтер. Поржал такой, посидел, поугарал. Я фармлю. Спасибо за фарм. Берегите своих инвалтеров. Берегите своих родных инвалтеров. Родных и инвалтеров. Это уже слишком, по-моему. Беспалевная матча. Погнали его сейчас этот пинаем. Там, мне кажется, сейчас... Что? О, смотри, что делает, смотри, что делает. Смотри, что делает, да, похмело. Смотри, какой похмело. Давай похмело уберем. Я не могу, у меня нет ман. Смотри, мину поставил, долбоёб, сука. Так там уже дофига мин. Ты типа обеспаленный человек, блин. Пойду мы сейчас по лицу домой убегу вон здесь. Руна, кура полетела. Так, давай кура обратно лети. А, чё сделали, похмелый вон. Взял на минер, поставил эту херню. Так куда там, у них сколько кур-то уже? Сколько у них там кура? Всю карту пробегу тут, говно. У меня есть сан. А у меня есть рэ. Сан, давай убьем, в принципе, уработаем. Да тихо, нет, тихо, там убили. Уже не уработаем. Инфа. Сейчас работаем, у меня варда есть. Прикрой меня. Я вообще на базу иду, дебил. Не похуй. Прикрой меня. Добр, блин. Роди, роди. Знаешь, в чем проблема? В том, что пуш может быть где угодно. Он у меня в кровати лежит. Ой, говно. Ты что взорвался? Ты что затрясил свою мамку? Ой, ой, СК, ой, хорош, ой, молочек. Рэпер, наверное. Не может этого инвалтера убить. Слушай, я что-то умру, по-моему. Беги, брат. О, убежал, брат. Красав. У него уже все восстановилось, пока за мной бежал. Да, пацан. Конечно. Инвалтер вонючий. Инвалтер? Ты заебал, бля. Нет. Че, морфа отпиздим или нет? Давай. Бля, подожди. Подожди, бля. Давай ему лоб оторвем.
Ногой. Подожди. Вон там пуш. Ты куда идем? Брат, идем в ад, походу. Тут этот клиент. Я сейчас помечу маркой смерти, короче. Давай. Ой, смотри. Ой, смотри, что делает. Давай, бля. У тебя догон? Да. Догон валит. Иди нахуй, сука. Я уже думал, догон никто не покупает. Пацан вообще, по-моему, не палится, да? Это да. Хоть у него там лоб трясется. Куда идем, Инвалкер? А, я понял. Так у меня маны нет. Бля. Но ты инвалидкер. Зачем тебе сентри варда, они ж не палят мину вроде. Дверь? Да. Поздравляю, сейчас взорвусь. Я иду. И все. В один. О! Фига ты инвалкер. Блин, а я не могу в них кидаться, говняшка. Сиди. Профессия минер. Сапер. Ну да. Че минер несет? Объясните мне. А то я не понимаю. Трип инвалтер. Че, блять? На... Брат, это что за... Что за праведный гнев Аллаха? Помоги мне. Да он ломает наш трупный. Че у меня маны? Дай ему полбу тогда с юкином кину и угомонимся. И разойдемся по-тихому. Так, что-то ну нафиг я пошел на базу. А то я какой-то инвалид терпит. Инвалтер. Блять, я один, похоже, пуш. Я отхожу, блять, пуш. Кроме меня никто не пушит. По-моему, ты инвалтер. Че ты меня прет вообще? Так, главное, еще на мини не подорвать себе пуканчик. Знаешь, тупо сапер такой ходит. Короче, один человек в команде должен покупать только варды. Просто накопил денег, купил варды. Догоном еще задогонил. Ну да. Инвалтер. Пошли. Смотрите, смотрите. Не, уже это что-то слишком, по-моему. Давай тычет сейчас полбу, да? И убегу сразу. Ай, прогиб бросил, эй! Арузи! Просто ему ногу сломали. Как бомжу. Вчера. На этой. У Немана. Че со мной не так? Что-то. Я тоже так думаю. Что-то ебнет. Затроллен. Пуш хотел хукнуть, но передумал. В мгновение секунды. Потому что он инвалид. Да. Самоубийство ясно. Нам топ пропушивают немного. Нам сейчас снизу, по-моему. Сейчас все лицо сломают.
Клинкза, блять, мом. Вот капец, там же Марфу на один удар было просто. На один санстрайк даже. Он там все водил, вкачал, что можно. Нали, бля. Куда? Никуда не пойду. Все умрут, а я грейпфрут. Блять, даже не сомневался, я ждал чего-то такого. Даже крипа не могу заваншотить, еще что за немой, немощный какой-то. Немой. Немой. Че я какой немой? Лох вообще какой. Опущу. Еще я, короче. Почему нельзя кидать треки через всю карту? У меня один вопрос. Не знаю, сделали бы огонек, что можно было кидать через всю карту. Видишь, кого-нибудь убивает, взял, кинул, получился голды. Бля, в натуре. Вольва фиксит пляс. Интересно, на миде руны есть? Ой, мины есть. На миде по-любому руны есть. На миде руны есть. Погнали, выебнем. Давай. Охуенно. Так и надо. Чё-то меня сейчас, по-моему, это... тыры-пыры там... разнесут. Понимаешь, тут может быть пуш. Нет, ты понимаешь, что я инвалтер? Заебал, блядь. Я знаю. Я сейчас на себя уже задолбал. Но я не могу остановиться, знаешь, это... это жизнь. Мне кажется, там руна вся запёрдунная какая. Лучше просто... там руна вся в мин. Я принял, я снайпера в следующей игре пикну, короче, и буду варды покупать. Но я не возьму снайпер. Сука. Пидор. Брат, я иду! И зачем я пришел сюда вообще? Ну хз. На тебе полбу мрэк. Треком по лицу кожи. Ой, смотри, что делал, той похмел. Пошли инворков. Ногой в лицо давай, продип. Продип ногой в лицо. Потом через левое лицо. Беги. А я-то ушел, все, я рэпер. Нате. Чмо. Гнилуй вообще. В итоге я выкупился и не получил денег и нифига не сделал. Такое бывает. Чё-то меня уже самого бомбит, если честно. От этих инвалт. У тебя уже был стон, ты совсем дурак. У меня только медалька и фазы. Бля, теперь если ты фармишь, то ты дурак. Летай, я не могу бля. Фармить, потому что в команде дипилы. Блять, там глядя на счет Скайврота, это да. Даже не буду говорить. Инвалтеры там взять. 13 левел, ты, блядь, 13, 14, даже Скайвалтер 11. Мы с СК там 9 бомжи бегали. Вообще ничего сделать не можем. Ой. СК вообще. Фортанул, брат. Че, блядь, делает СК? Давай вперед, инвалтер. Вот сюда. Тут никого нет. Вот смотри. Вы видишь? Давай дальше, брат. Ту-ду-ду. Мины. Чуть не бомбануло. Причем нормально так. Свежо и горячо. Так, что он мины кидать собрался, что ли? Нет, я их уничтожил. Я как кину. Я сейчас покажу мину, слышь. Так, убегаем теперь. Куда он мин кидает? Короче, все, фармить пошел, как лох тут стою, не гнилой. Даже хуйня, чувак.
Еще на мини взорвусь, бубук. Давай, иди вперед. О, замес начался, ебать. Так замес или что, или там рэп читаете, или нет? Ты стоят и тупят, бля. Давай, заходи, скай, ты ж читак. Идем. Меня хукает пуш. И чё произошло? Я поставил рядом с пуджом, меня убили, и я сдох. Круто. О, мне понравилось. Пошли вы все в жопу. Послал всех в жопу в итоге. Вонючий, гнилый. Опята сраница. Бля, до возрождения еще целых 20 секунд, я ж не могу так долго ждать. Мне круто, я инвалтер. Точнее, я баунти хантер. 1-3-6 баунти хантер. Медалька и фазы 9 левел. Даже у саппорта больше, мне кажется, сейчас. Пошел ты в жопу! Козел! Козел! Тут течис. Репорт. Не по-пацански делает. Я еще вообще в лес уйду нахер. Бомбанул. Просто все продам, куплю Morbid Mask и пойду в лес фармить. Надо. Да-да-да, мазафакина, ага. Ой, все такие пришли, а мне ничего не оставили, бомжи. Дайте мне трек кинуть! Ты борвишь только треком, да? Дают уже! Идите вы в жопу свои доты, поняли, буду только зарить и играть. Сейчас придет минер, мне в жопу кинет гранатку, я умру. Охуенно, блин. Мне нравится. Че еще чмошник придется фармить, все, ой, спасибо, царин вотер, мразь тупая. Не запылился. Мразь ссаная, сука. Гнимой, блин. Чё я сделал, пишет? Ты пришел на мой лайн. Ты зафармил половину моих крипов. Ты делаешь это без уважения. Ты даже не знаешь моего имени. Сейчас взорвусь на мину. Бля. Не взорвался, блядь. Охуенно. Никто это твоя жизнь, понял? Тупая. А, за мной пули. Соси, ждем. Понял. Спидер. Просто я такой просто инвалид какой-то. Сижу, бегаю, ничего сделать не могу. О, зато он дебатрой, здоровый. Он дебатрой. В лесу прошел один круг, уже 200 хп осталось. Блокер такой прокаст охуенный, блядь. Столько, блядь, помощи, столько полезных действий. Божественные инициированные. О, чё, пацаны, идём на мид, ай, бля. А? Идём сейчас на мид убивать всяких гнид. Потом взрываемся на минах, читаем рэп как сына. Ведро воды и хуй тебе. Так оно и есть. Туберкулезничай, сука. Ой! Ты, давай вот этого жирного туберкулезника убьём.
блять, я даже не знаю. Ну, если СК влетит, то, блять, нет, чтобы дать стан. СК, давай залетай. За летчик. Для братвы летчик, для братвы. За летчик. Гномик. Спаси! Я сейчас просто да, продам все, соберу Дагон. Буду приходить, о, Дагон, ты лицо, я убил. А? Шли в жопу, все. Я встал на тропу, блядь, Дагон. Блядь, не хватило даже на Дагон. Настолько немощный. Буду на Дагон копить, блядь, бомжи. Пиздец, блядь. Конечно, суровый продукт с Алексом, блядь. Да я же знал, что надо было Рики брать. Взял того БХ Сану, который вообще играть даже не умеет. По жизни просто ничего делать не могу. Блядь. Стой, дай я на Клинк за трек кину хотя бы. Подожди. Или он уже спалился. Мразь тупая. Жлоб Вань. Давай, 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 начни. Ой, смотрите, кто сейчас убежит. Yeah! 10 из 10. Ой, какие мины красивые. Мне понравилось. О, смотрите, кто стоит. Бра! Извалка! Я поблочу, ты дебил. Я у него сейчас что-нибудь кину, брат. Не, не буду ничего кидать. Давай на мину сейчас набежим, короче. У меня гемнисы. А он меня сейчас пушку, просто передо мной такая какашка пролетает. Стой, меня сейчас реально хукнет. Ну, хоть тебя в жопу. Я и знал, что ты хотел зафармить. Я дал тебе пофармить. Что тебе не нравится? Все, у меня есть Дагон, теперь я точно буду убивать. Просто буду в лицо сразу давать Дагону убегать. Я еще, короче, рефрешер соберу. Чтобы два раза Дагону по лицу давать. Профессиональная тактика игры от Алекса. Берем сначала Дагон. Потом рэп читаем. И чё встал? На фул хп взял, убежал от этого бомжа. Жирного. Чё они вообще делают, а, Андрю? Вот скажи мне, Паука. Я не знаю, они тащат игру, а мы раки. Особенно. О, смотри, 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 идёт! Идёт, наш друган, давай! Бля, я думал, это Клинкс. Даже Дагоном добить не смог. Просто в подливу. Спасибо вам, царь, батюшка, обезьяна тупая, репорт тебе, мразь тупая. Пришел тут, барин. Пожаловать. Просто всех зарепортил. Конечно, подбежал, добил сейчас моего крипа. Дебил. Я одного крипа, да. Да, Мидас просто так взял, ушел он куда, да? Ты дебил. Ну я в любом случае тебя зарепортил, извини. Ну и чё? Я тебя впервые зарепортил, понял?
Это мой аргумент. Так, главное сейчас в лавке не взорваться. В лавке нет. Кто бы подумал? Ну, чё, блядь, я проверил как бы. Почему туда никто не закладывает? Бля. Это вообще четкое место. Можно рэп читать. Это да, рэп всегда вот можно. Ты читаешь плавку, читаешь рэп, тебя, короче, мины не трогают. Из-за своего тебя принимают. И чуть инвокера не хукают. О, вот это уже, бля, рэп был настоящий. Сейчас ему как полбу дам треком. На нахуй. Спасибо. То, блядь, я бы добил в любом. Бегать! Бежать! Ой, какой пуджица большая ядица. Нет. Брат, я взял гем. Теперь убегаю. Миссия выполнена, возвращаемся на базу. Ну я сдох. Еще взорвусь на мини, Дим, по дороге. Дай, дай гем, дай гем. Ты воскупился, что ли? А, у тебя же блудстон. Да. Зачем? Чтобы был. Красава. Охуенно. У меня догон второго уровня, прикинь. Это очень важный момент для меня и всех моих друзей и близких. Приглашаю вас на праздничный ужин в честь второго догона. Заебись. Соберу 6 догонов, короче. Буду приходить. Я чё, реально 6 догонов же круто. Такой модный. Модный, компотный. Обидно, что я сдох. Брат, идём нагибать. Эй, алё. Мой бы сейчас. Ах ты кибитка в инвалидке. Так, сюда пошел. На. Сапогом по ноге. Не попал. Не попал сапогом по ноге на 5+. Брат, ты жив? Фига мы их раскидали. Раскидали, размотали. Сейчас смотрел, сейчас как мину активирует, да? Сейчас как мину взорвется около башни, да? Блять, нет тут мин. А, вот это. Бежать, брат, бежать. Можно, конечно, рэп зачитать. Это да. Но теперь можно убежать. Чтобы рэп читать. Где? Даже спорить не буду. Ничто! Ты не что понял. Раз. Раз. Смотри, что сейчас сделаю, смотри. Вид смотришь, да? Смотрю, смотрю. Ха, взял такой, а? Та, я бы вид шел такой, понял. Писал. Ха, понял. Тактика успешно сработала. Ой, что-то мана кончилась. Мана, блядь. Я побежал домой, на базу, чтобы рэп зачитать. Йоу-йоу-йоу, йоу-йоу-йоу. Где барышек сейчас? Че там у него?
Архит Малевеля Малевалян. Блин, я знаю, Малевалевалян. Брат, ты куда? Вот, смотри, смотри. Погнали за тобой. Да, блядь, да, даже смысл. В 11. Андрю. Чё? Дай мне. А нет, зачем мне это? Вот именно, блядь. Один вопрос. Как я тебя догоняю? Смотри, почему? Короче, что будет. Давай, смотришь, брат. Да? Тактика, ночной лоб. Тихо, тихо. Ладно, будем напороться, да. Главное, чтобы на мины не наскочить, которые, не, которые на ХГ. Которые тут на этом понаставили, да? Вот мин. Понаставили тут мин своих оккупанты. О, смотри, что-то мина летела. Мина летела. Ой, я дебил. Слышь, короче, сейчас метни в Морфа свой сюрхен. Чё с ним сделал? Морфа сюрхен. Ой, бля, уже не надо. Ай, дебил. Мне кажется, он не пойдет сюда. Блять, инвиз сейчас кочет. Давай, метай сюрикен. Да бля, слишком ты поздно. Ты чё сюда иди? Ой, жлоб вонючий. Два догона. Два догона — это сила, два догона — это класс. Читаем рэп. И спрыгнем в ротации. А сейчас на мину прям налетел. Просто в дресню размазало. Дайте дам этот трек. Стойте, не убивайте его. Это не убивайте. Прикинь, не дали трек кинуть. Вот представь себе. О, смотри, какие инвалтерные мины. Сейчас кто-то взорвется. Например, Андрей. Нет. Ну и вот. Даже взорваться не может. Бля, внутри. Так вот, вот это опасно очень. Сейчас минер забежит, взорвется, короче. А инвольтер сдохнет. Инвольтер? Тот самый. Так, погнали по лесу, побегаем. Мне одному ссыкотно как. Без гемы уж, что делать. Андрюк, ты какой-то слишком профессионал. Чё с тобой стало? Бля. Ты же со мной вечно не мог нормально поиграть. Не то, что с тобой, взял, я просто не мог вечно поиграть. Нормально. Так, все. Дайте, да! Не, ну ты видел. Вот как ты умер один раз, расскажи мне, пожалуйста. Ну? Поведай свою тактику. Ну, короче, это что-то спит. И формула идеальной стратегии. Бля, смотри, меня пиздит башня. Вот смотри, сука. Чё? Ты видишь, блин? Кто? Кто? Что? Ты нахуй перенаправил круточку, долбоёб? Потому что я взял сам Сент Кинг, её никто не забрал, я себя забрал. Потому что она мне нужнее была, чем никому. Охуенно сказал. Не, ну правильно всё сказал. Чё, тебе не нравится? Ты инвалтер, что ли? Нет, я не инвалтер, я... Я это Real Blade заберу! Профессионал. Даго, четвертый левел. Рэп. Сейчас на мину парюсь, взорвусь и буду еще бомбить. И буду еще бомбить, самое главное. Даже... Я знал, бля. Че, мин?
Сколько у них пор? Я уничтожил. Save this till it's 5 o'clock. Somewhere. Oh. По-моему, он врет. Брат, мне нужен сапер. Ай, взорвусь, пойду. Да кто мне звонит, обезьяна собачья? Стой. Собачья обезьяна есть. Надо как-нибудь это поменять. Не надо, не беспокойся. Вот. Ты умер, что ли? Нет. Конечно! Блядь, сука залагала, бля, ну как так-то нахуй? Пиздец, блядь. Боже, сука, как всегда, блядь. Чё за хуйня? Заебись. Заебись, чё? Вот меня убили второй раз, я уверен. Сейчас ещё, блядь, не переподключится. Блять, вот ты играешь игру, блять, все вроде бы нормально, и Тима тоже вроде бы нормальная, по крайней мере по сравнению с тем, как обычно бывает, блять. И вот ты, блять, играешь, и вот, блять, в тот момент, когда уже все нормально, как бы, и Тима и все, и вроде тащишь и все, блять, блять, у тебя вылетает Дота, охуенно. Блять, можно сказать, че, сука, по этому поводу, блять. У тебя, блять, вылетает Дота, че. Охуенно. Вот тебе че надо? Нет, нет, у меня интернета. А я вот не играю как раз из-за этого. Только что вот играл. А теперь вот я не играю. Поздравляю. Че? Поздравляю, еще у меня запись сейчас идет. Что за дерьмо собачье? Главное, я был еще в таком месте, где мне могли легко. Охуенно, чё? Заебись. Ну и что же, блять? Без доступа, блять, к интернету. Охуенно. Ой, давай быстрее, брат, мы тут проигрываем. Вот, блять, понимаешь? Вот меня, кстати, ты только убили, умер, да? Мы проигрываем. Чувак, меня убили, да? Алло, Алекс, блять, вот только не говорите, что он опять, сука, вылетел, бля. Чё за хуйня?
Чё за хуйня, сука? Эта хуйня опять вылетела, блядь. Охуенно. Охуенно. Чё тут, блядь, сказать? Это же просто заебись. Это заебись, сука, просто, блядь. Я люблю свой интернет обоссанный, сука. Я его просто, блядь, обожаю за это. Где же, блядь, мой интернет, блядь? Где же он, сука? Кто бы тут еще настелил, кто бы подумать мог. Вот охуенно, сука, я зашел в игру, блядь, и мои охерительные напарники продали все мои шмотки, блядь. Давайте запомним. Блять, у меня был практически фул закуп, у меня был максимальный догон. У меня, блять, был зерил. Теперь у меня нету нихуя. Давайте по-братски просто возьму и там криты и догон. Они у меня не будут работать, блядь. Ну, чтобы у тебя в финальной статистике было что-нибудь хотя бы. Да ладно, пусть у меня будет один гем. Блядь. И сапог и сёрклит, всё. Да. Слышь, это охуенно. Мой интернет самый пиздатый тоже. Химку взлин. Конечно, самоубийство есть. Ой, там что-то мины какие-то стоят. Они еще такие, взрываются такие, баба. Вообще. Кавабанга, фа-фа. Так, я побежал в лес, короче. Пошли в лес, его мясо есть, а во мне... Охуенный айсвол, блядь. А? Охуенный айсвол, тенбокер, говорит. Что такое айсбол? Айсбол, говорю. А, холодный вол. Блять, если бы не вы, долбоёбы, я бы сейчас мог их разнести, сука. А так я мог только стоять рядом. Это инвотер. Это инвотер, он мне сколько голды лишний, отвечаю. Да. Ну а кто же еще? Тут даже подумать не про кого просто, понимаешь? Сентинг, он нормальный пацан, он не продажный, понимаешь? Блять, если он продал. Давайте, блять, я буду собирать все заново. Офигенная история. Это да. Продаются автоматически. Охуенно, блять. Ну все ясно, короче, кто продал. Продал. Автоматически продаются, короче. Круто. Его звали Инвалтер. Сука, я сейчас просто возьму Аегис, блять. Давай. Или ты возьмешь? Ты возьму. Смотри, инвокер бежит, блять, за Аегис. Инвокер, если ты возьмешь Аегис, я тебя вообще зарепорчу. Я его возьму. Я ему сейчас что-нибудь закину в этот инвентарь. О, давай, давай. Давай закину. Быстрей, быстрей, быстрей. Я пришел. Забирай тогда. Так, я пошел на базу на всякий случай. Там мур. А, сука! Ха, полетел. На крыльях ночи просто. Не без этого.
побежал на крыльях рэпа. Святого духа. Не, ну круто тебе. Ну, талисман с сапога едет. 57 минута. Ну заебись, чё. Мне тоже нравится. 11 часов уже, мне спать пора. Чё делать? Ага, давай скажешь, ты леваешь уже. Я спать пора. Мне пора. Блин, мне реально уже пора скоро. Да гони, доиграем и пойдёшь. Как мы доиграем, у тебя даже затара нету. Ну, да. Блять, сейчас, еще немного, блять, и он будет. У тебя есть дим, точно. Давай его из-за визу ударю и убьем. Да у меня нихуя нет. Ну что это за хуйня? Что-то какой-то он стреляющий больно, да? Да. Сам худею. Бля, посмотри, как на эту хуйню. А, охуенно, по-любому подождём, блядь. Я уже даже бутылку воды выпил, что делать? Мне сейчас плохо станет. Я, конечно, хз. Вода какая-то дристовая, там еще проблююсь, наверное. Ты тоже видишь этот огненный шар? Ну, да. Просто тупо огненный шар без метеора, это как? Блять, мортлка на его какая-то. Вот это вот говно, это мортлка? Прикольно, вообще. Ты бомжар, криворукий, убей себя, об стену. Давай я сейчас про мочу откажу. О, да. Я тебе даже помогу просто. Ну, обычно вот такие, как ты, щитами мериться любят. Одного крипа забрал. Ладно, случается. Пошли, помогу тебе зафармить изи рез. Годесно. Я сам. Агуша, я сам. Так, сейчас кого-то убью. Я не убью. Видишь, как ему хорошо. Можно подумать, ты его убьешь. Или сейчас скажет какую-нибудь пора, что типа это лоб. А, ну ладно. Так уж и будет. Морф не выдержал такого напряга. Где дади там напряги? Еще такой хук прилетает, я улетаю. Погнали, реально их снесем уже. Вот вроде Марфа ничего нету, а вот вроде он дебатор, да. Ага, ничего нет, бля, у него скайдит вообще. Скайврот сейчас еще курс физик, красавчик. Кроссовчик. Ну да. Мне кажется, они додумались уже дем купить, нет? Кто они? Дебилы эти. Дебилы эти, кто конкретно защитим? Ты чё, крапивник? Я чмо отхилился. Боже мой, вчетвером запинать не могли. Я тут фар. Собираем три кристаллиса. По сборке Алекс. Читаем рэп. Я случайно собрал лишний кристаллис. Тандрюха, ты нормальный?
Шел, собрал лишний кристалл. Мне кажется, это полнейшая норма. А вот мне, блядь, не долетело кура. И чё? И кажется, блядь, я буду сейчас выкладывать, сука, чьи-то вещи, блядь. Мои не надо. Чинь-джопа. Твои все ты вещи. Ты говоришь, Сент-Кинг нормальный пацан, хуесос, но ненормальный пацан, блядь. Чё? Чё? Ты вообще о ком? О Сент-Кинге, блядь. Да. Я смотри на базу. Минёру совсем делать нечего было или чё? Да. Или да. Тем не менее, то, что ты ливнула, просрал шмотки 21 на 17. Ну, блять, да. Ну, 21 на 1 на 17.